более 30 лет службы. Боевые медали, награды. Ты единственный, кто сбил 3 вражеских самолета за последние 40 лет. Но ты отказываешься от повышения, не идешь на пенсию, и даже смерть обходит тебя стороной. Ты мог бы быть как минимум контр-адмиралом. И все же ты капитан. Почему так? Одна из загадок вселенной, сэр. Конец неизбежен, Маверик. Такие люди, как ты, скоро исчезнут. Может и так, сэр. Но не сегодня.